первую очередь, конечно же, он должен быть очень уравновешенным, держать себя в руках, потому что Господь говорит, что... Вот совсем недавно я проходил, читал, это 5 глава, по-моему, Матфея 44 стих, что нужно любить врагов своих, благотворить гонящих вас, проклинающих, благословлять. И поэтому я думаю, конечно же, очень важно сохранять вот это правильное чувство веры и духовность, и хорошо и спокойно относиться к этому, я имею в виду в первые вот моменты. Но, конечно же, мы должны защищать с другой стороны свою веру. Возможно, вот любовь, она и будет самым лучшим оружием. Любовь побеждает все, Слово Божие говорит.